Нежный пирог с персиками. Ингредиенты. Для теста. Сахар 200 грамм. Сливочное масло 200 грамм. Молоко 50 грамм. Яйцо 5 штук. Разрыхлитель 2 чайные ложки. Мука 250 грамм. Грецкие орехи 50 грамм. Для крема. Сметана 400 грамм, сахар 100 грамм. А также нам понадобятся персики 500 грамм и тертый шоколад для посыпки. Яйца и сахар взбить миксером. Добавить молоко, сливочное масло, мягкое, просеянную муку с разрыхлителем, измельченные орехи. Все хорошо перемешать. Выложить тесто в смазанную растительным маслом форму для запекания. Персики порезать на дольки и выложить поверх теста в один слой. Выпекать при температуре 200 градусов по Цельсию, примерно 35 минут. Приготовить крем. Взбить сметану с сахаром. Готовый пирог, пока он горячий, залить кремом. Дать пирогу остыть и впитать в себя крем. Порезать на кусочки и сверху посыпать шоколадом. Форму использовали 30 на 25 сантиметров. Приятного аппетита!